В Новый год в обновленную школу. Строительные организации в Тереке спешат завершить ремонт одного из общеобразовательных учебных заведений. Пока в здании меняют окна и двери, ремонтируют раздевалки и спортзал, учителя и дети занимаются в соседних школах. Власти района специально предоставили автобус, который развозит их по утрам. Реконструкция школы в первую очередь поможет решить проблему нехватки детских садов в Тереке. В учебном заведении воспитывают и дошколят. С Нового года их число увеличится с 30 до 100 человек. Специально для этого некоторые кабинеты перестроили под детские группы. И чтобы родителям облегчить как бы их труд, чтобы они здесь поблизости, где и проживают, чтобы они могли детей приводить сюда. У нас железная дорога делит город как бы на две части, и вот тут за железной дорогой, чтобы и безопаснее было детей водить туда, и ближе их жилью. В последние годы микрорайон за железной дорогой, как его называют сами жители, разрастается. Соответственно, требуется и развитие инфраструктуры. На сегодняшний день в еще не открывшемся детском саду уже занято 85 мест. Персонал, педагогов, воспитателей, технических сотрудников еще предстоит набрать. Основную часть работ подрядчики уже выполнили, причем даже больше, чем заложено в смете, с благодарностью говорят учителя. В целом на ремонт школы из федерального бюджета было выделено 6 миллионов рублей.